Доброго времени суток, с Лоредо, Тексас. Выезжаю вечером, и вот что, стена траков собралась, напаковалась. Я сейчас, слава богу, съезжаю на экзит. Не на 35-ку норд, надо там просто съехать и выехать в другую сторону поехать. Ну, короче, вот что творится в Техасе, народ. Пожалуйста, вам. Бизнес плохой, говорят, да? Знаю. Может, он неплохой, но, конечно, траков не меньше стало на дорогах. Все гоняют. Этот везет какую-то кабину International. Я просто включила показать вам, что творится сегодня на дороге Техаса. Я, кстати, еду на 59-м фривее. Ну, нам хорошо, что, я же говорю, повезло, что мне сейчас надо съезжать с этой. Надеюсь, что она открытая. Ну да, походу открытая. In 600 feet, take the exit toward farm to market 1472 Mines Road. Take the exit toward farm to market 1472, then merge onto Frontage Road. Вот оно, красота жизненная, да? Романтика дорожная. И как вам угодно, да? Еще и попа там стоит, что-то наблюдает за этой всей картиной. Ой, да, интересная, конечно, вещь. Так что, друзья, вот такой момент. In 1000 feet, turn left toward Frontage Road. West Bluff Boulevard, then take the first left. Мы сейчас разворачиваемся, едем на 35-й фривей, и я буду съезжать. У меня 51 минута осталось. Совсем ничего на часа, так как я езжу по режиму труда и отдыха. Извините. Take the next left toward Frontage Road, then slide left onto Frontage Road. То, конечно же, конечно же. Мне нельзя нарушать. Вообще были планы. Slide left onto Frontage Road. Turn left on West Bluff Boulevard, then exit left. Был план доставки понедельник, но понедельник, если доставка и будет, то это будет аж после обеда. Ну, короче, брокер наврал. Груз in a quarter mile, use the left lane to take the ramp to I-69 West. И пришлось посидеть почти что день здесь. Я приехал в 12 и загружать мне начали в 6 вечера. Это очень много времени потеряно, но он возьмет, босс сказал, что требует с нее за простой. И если мы потеряем понедельник груз, а мы его потеряем, он уже нашел. То есть, use the left lane to take the ramp to I-69 West. Естественно. Continue on I-69 West for half a mile. И брокер будет нам компенсировать нашу утрату. И вот откуда я еду, видите, что там стена этих траков, как вы видите. А мне надо на 35 North. А вот оно счастье. In a quarter mile, keep left to stay on I-69 West. GPS-ка хочет меня вести по-другому, но я не хочу ехать по-другому. Я ехала в прошлый раз также по десятке там, и, короче, нормально было. Вот сколько трака, вы видите, с левой стороны мы едем по мосту огромному. Едем сейчас в сторону.
очень-очень высоко. Ощущение, конечно, обалденное, когда смотришь вниз, и просто бездна внизу. Мы очень высоко, видите, как город внизу там получается. Хайвей внизу. Вот это круто, да? Крутышно. Компашки там вон все. В Лорадо очень много компаний, потому что они на границе с Мексикой. Естественно. Здесь очень много компашек. In a quarter mile, merge onto I-35 north.